Привет, дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад» у Алёнушки. Сегодняшнее видео будет продолжение обзора сорта серии моих ампельных петуний. Две части уже вышло видео. Показывала вам те сорта серии, которые расцвели самые первые. И продолжаю, конечно, показывать те сорта, которые еще не показывала вам в своих видео. Первые две части можно будет увидеть в плейлисте «Все петуни» на моем канале. Если кому интересно, пройдите, посмотрите. Перед вами красивейшая петуния под названием Бонни Мистер Ска. Петуния появилась совсем недавно. Я вырастила ее не семенным способом. Со мной поделилась моя хорошая знакомая Валентина череночком. И вот такое теперь растение у меня среди моих петуний. Петуния называется еще по-другому «Мистическое небо». Имеет шаровидную сферическую форму. Ее побеги достигают длины 60-70 сантиметров. После достижения определенной длины они из прямостоящих превращаются во вьющиеся. Поэтому, если прищипывать центральные и оставлять крайние стебли, можно сформировать красивую композицию. Темно-фиолетовый окрас, и по нему идут белые точки. Белые, где-то может быть покрупнее, где-то помелче размеры этих точек. И смотрится, конечно, очень красиво такая петуния. В диаметре примерно 5-6 сантиметров. Отличается вот такой оригинальной яркой расцветкой, благодаря которой цветок не останется незамеченным. Перед вами одна из моих любимых петуний Easy Wave Pink Passion. Очень красивая петуния, хорошо держит форму, компактная, крупноцветковая. Очень хорошо использовать ее в подвесных кашпо, в различных инопольных, и даже в открытом грунте она образует сплошной ковер площадью до 1 метра. Побеги у нее длинные, наращивает плети до 1 метра. Лучше развивается в объеме не менее 7-8 литров. Здесь у меня объем на это растение, здесь одно растение, 12 литров. Прищипывать, как заявляют производители, не нужно, но все же я прищипываю центральный побег. И потом прищипываю боковые побеги для хорошего кущения. Плюсы – очень плотное цветение, даже не видно листвы. Одинаковый габитус и темп просто разный. Вот все в одно время как-то растет. И темп просто, и внутри сами кущения вот хорошо формируют. То есть не вытягиваются плети. Есть такие питоны, которые хорошее кущение, но все же есть плети, выпячивают, как я их называю. Я и постригаю, чтобы было равномерность. А эта питония как-то растет равномерно, компактно. Мне очень понравилось. И сама расцветка, вернее, и само развитие растения. Можно создавать различные композиции в миксах. Я думаю, что вот такая расцветка, она, во-первых, и яркая, издалека смотрится очень красиво. Поэтому советую такую петунию, как Easy Way Pink Passion. Перед вами петунии из серии Shock Wave. Это петуния самая маленькая по размеру цветочка, но превосходная в прошлом году у меня была. Эта петуния бросается в глаза, привлекает наибольшее внимание, потому что разрастается очень хороший и равномерный куст, потому что у этого сорта равномерный рост. Со всех сторон кашпо в целом будет выглядеть или корзина, или вазон гармонично. Подвесные корзины в основном, когда мы вешаем горшочки, либо кашпо, подвергаются самым сильным нападкам ветра. И растения в них ломаются. Но у этого сорта, в этой сортосерии, у этого сорта Shock Wave Pink Vein, здесь совсем по-другому. Плети держатся крепко. Времени и сил на создание идеальных условий для того, чтобы создать хороший равномерный куст и стричь. Есть такие петунии, которые
часто вытягиваются, и приходится дольше стричь, чтобы создать более компактный куст. Здесь хочу сказать, что очень мало подвергается пострижке, потому что растет хорошо и хорошее кущение изначально. Образует хороший, сильный, густо разветвленный кустик, зацветает равномерным цветущим шариком и остается так до самой осени, только увеличивается в размерах. Даже в прошлом году я ее в середине лета не стригла, и был очень красивый велик. Перед вами очень красивая нежная расцветка ампельной петунии Wave Mystery Lac. Очень хорошо зарекомендовала себе, устойчиво к непогоде, образует хороший, полноценный шаровидный куст, который держит форму в течение всего сезона. В прошлом году я даже его и не постригала, немножко сделала как бы корректирующую стрижку. При высоте всего 20-25 сантиметров размах плетей доходит до 1-1.20 метра, что позволяет растению в течение всего сезона образовывать вокруг себя цветущий водопад с множеством цветков диаметров 5-7 сантиметров, окраска которых магическим образом меняется от лиловой до белой. Очень хороший сорт, советую вам. В этом году уже поздно, но на следующий год, если такого сорта нет, очень красивая нежная расцветка. Посейте и вырастите такой прекрасный сорт петунии. Вот эта петуния белого цвета в этом году для меня показала самое лучшее развитие на стадии рассады. Потому что, в принципе, ей прищипка, можно сказать, что не требовалась. Она очень хорошо кустилась, очень хорошо давала боковые побеги. И поэтому в развитии вот такая петунья под названием Explorer Clear White, белая. В этом году я сеяла ее первый раз на рассаду. Хотела попробовать вот такую петунью Explorer. И белая расцветка, мне очень нравятся белые цвета. Эта петунья начала очень рано пускать свои бутончики. Я даже бутончики отщипывала, чтобы куст побольше разросся. Но вы знаете, прищипка абсолютно не нужна. Очень хорошо растет, развивается. Производители рекомендуют не прищипывать, и ее характеризуют, что выдает плети до 100 сантиметров, размер цветка приблизительно около 6-7,5 сантиметров в диаметре, и лепестки цветка на самом деле имеют глянцевую восковую структуру, очень быстро оправляются после дождя. На самом деле, если пальцами провести по цветочку, прям чувствуется глянец. Очень мне понравилась эта петунья. Пока что по своему формированию куста, кущение, пышности вышла на первое место. Ну вот и все, что хотела вам сегодня показать и рассказать в сегодняшнем видео. Обязательно будут еще серии видео по сортосериям петунии. Кому интересна эта тема, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, если понравилось мое видео. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю здоровья, удачи и до новых встреч, до новых интересных видео. Всем пока-пока!